Базар 11 представляет. Добро пожаловать на канал БЗРТ номер 1. В этом выпуске я покажу команду для Nokia звездочка решетка 9270 2689 решетка. Эта команда, к сожалению, не работает на Windows Phone и на Android. А на CS40, CS30, CS30 Plus работает. На Symbian там только лайфтаймер в виде информации и все. К примеру, я взял Nokia 206, 215, 105 17 года и 105 13 года. Начну, пожалуй, с Nokia 206. Набираем решетку, и сразу все пошло. Но так как в первом списке отображается серийный имей номер, так что не показываю полностью, а просто показываю вот так. Первый пункт в данном случае, точнее второй пункт, made, то есть когда был сделан этот экземпляр. Наш экземпляр был собран в июле 2013 года. Хотя купил данный телефон в 2014 году, то есть год спустя. Это дата покупки. Если кто не указывал, вот, пожалуйста, можно указывать. Хотя, конечно, на свой страх и риск, но все-таки. Дата покупки – это дата ремонта. И так называемый лайфтаймер. Сколько наговорено? У меня наговорено 4 часа. Мало с него звонил, поэтому 4 часа. Кстати, на оригинальных телефонах до покупки компании Microsoft, еще до Nokia 108, в принципе, были правдивые информации, когда был сделан, какой лайфтаймер был очень точным в таком ином виде. Так вот отображается. Nokia 215, CS30 Plus, так называемый OS Nokia, на базе китайских платформах MediaTek. И тоже работает команда. Но перед тем, как начать, еще раз, сразу скажу, что на неточных Nokia, начиная с Nokia 108, команда звездочка решетка 9270 2689 решетка не будет работать, если не вставлена сим-карта. Если вставлена сим-карта, то будет работать. Но знаете что? Скрываю, потому что снова там имей в первом списке. Знаете что, мейт? Какой нафиг январь 15 года? У нас в нашей стране этот телефон появился позже, но в том же году. Это знаете что? Это дублирует прошивку. Это такое на CS30 Plus, а точнее на медиатеке. Такая фигня есть. Дата покупки можно указывать. Это дата восстановления. Лайфтаймер 18470 часов? Я с него мало разговаривал. А тут 18470 часов. Это Китай. Такая вот ошибка на 215 Nokia. Сейчас докажу, что это от прошивки. Январь 15-го. Взяли из прошивки дату выпуска. Наш экземпляр, вот этот экземпляр, был собран в том же 2015 году, но осенью, а не в январе месяце. Ух уж, блин, дают. Также история чуть повторяется с Nokia 105 2017. Набираем ту же команду 2689. Там снова имейл. Видается. Обратите внимание на мейт. Взяли из прошивки. Точно говорю. Я покупал на момент записи. Это было вчера. Точнее, 25 июля 2018 года. Телефон был собран. Этот экземпляр был собран в июне 18 года, 8 июня 18 года, а тут май 17 взяли из прошивки. Непорядок. Poor crashing date, показывается, repaired. Lifetimer 2 минуты.
Еще не начал разговаривать, но тестировал. Ну и напоследок, 105-й Nokia 13-го года. Вот здесь правдиво сделано в июне 15-го года. Спустя месяц я его купил. Было такое дело. Это все в правдиво, кстати. Это настоящая Nokia Series 30. Наговорено 25 часов. Хоть что мало разговаривал, но в принципе 25 часов логично. Учитывая в том, что я не постоянно пользовался, хоть играл в змейку. Вот такая вот команда, звездочка, решетка 9270-2689, решетка. Большое спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал, это очень важно для развития канала. Всего доброго и до свидания.